Вот это да. В поющих работниках грядет личная суматоха. А если говорить на языке монстров, то нам предстоит увидеть феерию яиц уже в эту среду. Кто не знал, этот праздник отмечается на Пасху в МСМ, и каждый год выходит что-то крутое. Вот в прошлом году нас порадовали редкими вублинами, но что же нас будет ждать на этот раз? А мы как раз таки сегодня в этом разберемся. Стало интересно, так давайте же скорее окунемся в подводный мир. Ну если пошевелить мозгами, которых и так нету, можно вспомнить, что у нас как всегда будут крутые украшения и препятствия, а также скины там всякие, также пузайцы, и все в этом духе. Кто не втыкает, это все то, что выйдет сразу же после обновы. Ну а что там будет потом, спросите вы? Да ничего такого. Скучная неделя, а вот уже на вторую нас ждет кое-что интересное. Во-первых, пузайцев давно фаер, но хотя он скорее всего будет сразу после трейлера, но тут я хозя. Ну а вместе с пузайцем в ДОФ может быть прибудет смычокит. Ну и по классике с пузайцем некоторые монстры оденутся в праздничные скины. Кстати, в своем канале я опубликовал концепт скина на феерию яиц в ДОФе. Посмотреть вы можете, перейдя по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Как обычно, будет какой-нибудь эпический эфирный, а также скорее всего нам добавят редкого светильщика. Ну а на этом пока что все, и да, все что я сказал, это всего лишь мои догадки и нечего более. Всем спасибо за просмотр.